Under Armour. The future is ours! Перед нами кроссовки Under Armour Hover Infinity 3 Storm. Безмембранные кроссовки с плотным двухслойным верхом. Внутри эластичная синтетическая ткань. Язычок из материала, похожего на неопрен, полностью вшит и представляет собой единое целое с верхом. Кроссовки должны выдерживать небольшие осадки, бег по снежной каше, мелкие лужи. В общем, все, что может встретиться на стандартной пробежке в черте города. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Верхний слой кроссовка в передней и частично средних частях сделан из армированной тонкой ткани с водоотталкивающим покрытием. Область шнурков закрыта небольшим гамашем на молнии, что очень удобно, так как дает защиту от снег, брызг и грязи. Сзади на пятке есть светоотражающий элемент, правда очень маленького размера. Для облегчения надевания есть петля на язычке. Стелька. Стелька в кроссовке толстая, мягкая, из пористой пены. То, что надо для бега по холоду. Через микропоры отводится от стоп влага, циркулируется воздух, чем обеспечивается хороший микроклимат. Ноги после пробежек должны быть сухими. В этой модели в межподошве используется пеноматериал Hover. Этот материал хорошо гасит ударную нагрузку при беге и довольно долговечен, так как, по словам производителя, имеет свойство восстанавливать большую часть своего объема в состоянии покоя после тренировок. Для придания устойчивости мягкую пену Hover разработчики упаковали в текстильную сетку Energy Web, которую хорошо видно сзади и по бокам кроссовка. Кроме того, забранная в сетку пена вставлена в каркас из более плотного пеноматериала, который расположен по всей длине кроссовка. Это должно придавать обуви отличную стабильность, что особенно важно при зимнем и межсезонном беге, когда поверхность бывает скользкой и неустойчивой. За сцепление отвечают две крупные, закрывающие всю переднюю и немного средней части кроссовка подметочные накладки и одна поменьше в области пятки. Передние накладки для большей поперечной гибкости разделены на сегменты. Подошва выполнена без модных технологий переката и очень устойчива. Перепад между пяткой и стопой равен всего 8 мм. Кроме всего прочего, в этих кроссовках есть встроенный электронный датчик. Вот, и для того, чтобы он заработал, мы скачали приложение Map My Run. И сейчас мы будем коннектить приложение и кроссовок. Для этого вот запустили приложение. Все, готово, подключение. Подключить. Вот. Наши кроссовки определились. Вот Under Armour Hover Infinity 3 Storm. Продолжить. Ага. Первый раз обновляю кроссовки. Идет процесс обновления. Ну а пока вот коротко об этом. Датчик в паре со смартфоном будет записывать GPS-трек и фиксировать такие параметры, как расстояние, время, темп, среднюю частоту, длину, количество шагов, примерное количество сожженных на тренировке калорий, а также среднее время контакта с поверхностью или угол приземления стопы. То есть вот такой своеобразный помощник для тех, у кого нет часов, там фитнес-браслета, кто не хочет бегать с телефоном, может просто тупо вот купить себе кроссовок с электронным датчиком, обновиться, закачать от него песни при возможности и вперед на пробежку. Точность работы мы, естественно, данного датчика сравним, поэтому это в первую очередь, мы такое любим. Все, обновление кроссовка у нас завершено. Продолжить. Все, завершение установки. Оригинально. Далее. Итак, кроссовок готов к пробежке. Я, в принципе, тоже. Нам останется сейчас только переодеться и выйти на пробежечку, потестировать, как данный датчик будет регистрировать результаты. Если вам нужен просто подсчет дистанции, темпа и прочих параметров без трека GPS, то в принципе телефон можно с собой на пробежку не брать. Вот, датчик кроссовки запишет все и без него. Надо потом будет всего лишь синхронизировать обувь с приложением и выгрузить информацию. Ну а если хотите все-таки записать трек, то придется взять с собой аппарат на пробежку. Ну все, кроссовок
Обновили, приложение установили, все подготовили. И теперь можно, в принципе, отправиться на пробежку, пробежаться, посмотреть, как будет что определять. Ну и заодно сравним, ну хотя бы с тем же самым Amazfit T-Rex Pro. Так что вперед на пробежку. Так, собираемся бежать. И вот небольшой нюанс. Мини-гамаш, это, конечно, у нас все хорошо. Но, допустим, если точно знаем, что будут большие сугробы, какие-нибудь песчаники и прочая лабуда. Вот, берем гамаш побольше. И что мы видим? Правильно, крючочки. И, допустим, если взять, ну, хотя бы вот тот же Соломон, да, любой другой кроссовок, здесь хотя бы можно прицепить крючок к шнурку, или на некоторых моделях, допустим, как вроде у 9-й Трабуки, там есть специальные такие зажимчики, колечки для крючков, то здесь гамаш зацепить будет не за что. Что вот у меня есть? Вот такие вот коленджи с крючком. Что вот аониджи? Надеваются они по-разному, но принцип действия один. Вот. Защитить от кроссовки ноги от попадания внутрь песка, снега, грязи. Все с крючком. И здесь у нас... Ни хрена нет. То есть, в принципе, можно одеть, но как себя поведу, там будет царапать, рвать, там соскальзывать. То есть, вот такой вот небольшой минус. Гамаши не прицепить нормально. Часы обнаружены, кроссовки обнаружены. Сейчас нажмем начать и помчимся. Вот, нажал на старт и тут же сразу поставил пока на паузу, чтобы сейчас запустить Amazfit. Вот. Они, в принципе, уже готовы и ждут своего часа. И сразу же, в принципе, программа от Under Armour начала в уши давать звуковое сопровождение. Причем на русском, то есть, что тренировка запущена. Тут же, что тренировка поставлена на паузу. Думаю, это будет очень удобно. И заодно сейчас пробежимся, посмотрим, что еще она будет нам озвучивать. Очень удобненько бежишь. Тебе в уши про дистанцию, про темп, про каденс. Советы дают. Типа на 2 шага быстрее, на 2 шага медленнее и прочее. Пока нравится. А потом уже сравним, что покажет Amazfit и что покажет Under Armour. Пока вот у нас зима. Вот такая красота. Красотища вообще охрена. Ну,
Фух. Хотел заснять финал, как приложение ставится на паузу, часы и прочее, но погода была настолько свежая, в общем, все замерзло. Телефон как раз вот еле-еле успел до дома, успел зафиксировать приложение. Ну, часы были спрятаны под рукавом, GoPro сдохла. Ну, в целом так лениво, где-то 17-18 километров по 5 минут. И сейчас вот посмотрим, что записало приложение и что записали часы. И сверим. Ух, губёшки-то замерзли. Такой... Так у меня последний раз обмерзало только в прошлом году. А не, вру, в этом. Когда бежал в Алдай. Вот там тоже. Еле-еле губами шевелил, говорил. Такое ощущение, как будто под наркозом. Ой, так, кроссовочки. Ну... Вкратце и целом, кроссовки понравились, вот для моего черепашьего темпа вообще поддержка на уровне, снежочек от мелких сугробов защищают, ничего не попадает, сцепление вот для такой подошвы, сейчас развяжу, сниму, оп, вот для такого неагрессивного протектора по утоптанным, раскатанным городским дорожкам, где ходишь, скользишь, в принципе, даже вот с Соломона, когда вот с таким более агрессивным протектором бегал, скользил, и эти держат вообще отлично. Там только в одном месте слегка подскользнулся, и все. О, все. Фу. А в целом обувочка вот. Еще и с датчиком. Еще бы песни бы трогать, закачивать, вообще бы цены не было. Ладно, сейчас делаем выгрузку и сверяем результаты. Итак, вот наше приложение Under Armour. Сейчас мы посмотрим, что у нас выгрузилось в нашей тренировке. Вот сегодняшняя пробежка. Показывает 19,2 километра. Загружается статистика. И вот так вот выглядит отображение данных приложения Under Armour. То есть по приложению мы пробежали 19,2 километра и затратили на это 1:29 со средним темпом 4:41. То есть здесь можно посмотреть более подробный анализ с графиками по высоте, по каденсу, по длине шага, время контакта с землей. То есть данных очень много. Здесь у нас информация по кругам. То есть на каждый километр сколько времени затрачено, с каким темпом это было пройдено. Также вот каденс, время контакта, угол приземления на каждый километр, подробная статистика. И теперь вот для примера сравним данную статистику немножечко с приложением ZEP, куда выгрузились данные с часов Amazfit T-Rex Pro. Сравним сперва общую информацию из двух этих приложений. Что было выгружено? По времени 1:29:50 у Under Armour и 1:29:44 у Amazfit. То есть по времени тренировки все сходится. Темп у Under Armour 4:41, средний у Amazfit 4:57. Ну, более-менее похоже. Так, пульс кроссовки у нас не считают, поэтому мы смотреть не будем. Сверим расстояние. Расхождение приличное, на целый километр и 100 метров. У Amazfit мы пробежали, по данным часов, 18 километров 100 метров. А по данным датчика кроссовок Under Armour мы пробежали 19 километров 200 метров. То есть расхождение приличное. И кому доверять в данной ситуации, вот даже без понятия. Если как вариант сравнить работу T-Rex с работой телефона, посмотреть, какие результаты будут там, потому что при тестах Сунта расхождение, ну, максимум метров 200 где-то были, а тут аж целый километр. Ну, заодно можно посмотреть, как датчик кроссовок тоже сработает с часами Сунта. И там уже по средним значениям будет примерно видно. А сейчас посмотрим, как идет разбивка по километражу. Ну, допустим... Так, ну, для начала посмотрим первую пятерку. Итак... Amazfit показывает, что мы на первый километр потратили 5 минут с темпом 5 минут на километр. У Under Armour 4:38. Второй километр у Amazfit 4:57 темп и почти 10 минут затрачено было.
У Under Armour 4.35 темп и затрачено 9 минут 13 секунд. Допустим, четвертый километр. У Amazfit затрачено 20 минут 43 секунды и темп 5.32. У Under Armour 19 минут 4 секунды с темпом 4.59. То есть расхождения существенные. Не так, как у Amazfit Sunto, где порядок расхождения был намного меньше. Ну, это была первая такая тестовая пробежечка. Посмотрим, что будет дальше. Ну, разика 2-3 еще сверим и сделаем вердикт. Ну, а пока вот ситуация вот такая вот. Расхождение очень критичное.